Добрый день! Наш очередной обзор мы посвящаем насосам, которые ввиду своей узкой специализации, а также по причине недостаточной технической осведомленности потенциальных пользователей, остаются отделенными вниманием по сравнению с другими типами насосов. Мы считаем, что такая ситуация совершенно несправедлива. Итак, сегодня в нашем обзоре повысительные насосы серии AC производства Aquarium. Основное назначение данного типа оборудования озвучено уже в его названии. Повысительные насосы предназначены для повышения низкого давления в системах холодного центрального водоснабжения. Таким образом, основное место работы повысительных насосов – это квартиры в многоквартирных домах и частные дома, подключенные к центральной сети водоснабжения. Как известно, далеко не всегда наличие центрального водопровода означает комфортное пользование водой. Достаточно часто возникают ситуации, когда давление воды в подающем стояке настолько мало, что не включается стиральная машина или газовая колонка, или же невозможно принять душ. Как раз именно для решения таких проблем и разработаны повысительные насосы серии AC. Теперь рассмотрим конструктивные особенности повысительных насосов Aquarium. Насосы выполнены по конструкции с мокрым ротором. То есть ротор двигателя и подшипники во время работы смазываются и охлаждаются перекачиваемой водой. Ввиду этого повысительные насосы Aquarium практически бесшумны по сравнению с моделями других поверхностных насосов, а также по сравнению с другими повысительными насосами, имеющими воздушное охлаждение двигателя. Насосы AC могут работать в двух режимах – постоянно включен и автоматический режим. Насос имеет встроенный датчик потока, благодаря которому насос в автоматическом режиме эксплуатации включается при открытии крана и выключается при закрытии крана. Для пользователя чаще всего именно автоматический режим предоставляет максимальный комфорт в эксплуатации насоса. В зависимости от модели, насосы могут использоваться для создания напора как перед одним прибором, так и перед несколькими одновременно. Насосы имеют компактные размеры, небольшой вес и, что немаловажно, входной и выходной патрубки, расположенные соосно. Все это дает возможность производить монтаж повысительного насоса непосредственно в магистраль. Другими словами, все вышеперечисленные технические особенности специально разработаны для комфортного применения повысительных насосов непосредственно внутри жилых помещений. Линейка повысительных насосов Aquarium невелика и имеет всего две модели. AC-15-9-160A и AC-15-12-195A. Модель AC-15-9-160A с потребляемой мощностью 120 Вт повышает давление в системе на 0,5-0,7 атмосфер. Как правило, эта модель может обеспечить только одну точку водоразбора. Например, повысить давление перед газовой колонкой. Модель AC-15-12-195A с потребляемой мощностью 270 Вт повышает давление в системе от 0,7 до 1 атмосфер. Она позволяет комфортно пользоваться одновременно несколькими точками водоразбора и может быть установлена на входе в систему водоснабжения дома или квартиры. В любом случае необходимо помнить, что для правильного подбора оборудования необходимо сделать тщательный расчет. Маркировка насоса читается следующим образом. AC – серия насосов. 15 – диаметр присоединительной резьбы в миллиметрах. 12 – максимальный напор в метрах. 195 – монтажная длина в миллиметрах. А – насос автоматический. Хотим обратить ваше внимание, что монтаж повысительного насоса должен производиться после окончания всех монтажных работ системы водоснабжения и ее тестирования. Насос должен быть установлен таким образом, чтобы вал двигателя находился в горизонтальном положении. Далее рассмотрим рабочие режимы повысительного насоса. Положение авто – это основной режим эксплуатации насоса. В нем насос включается автоматически, когда начинается водоразбор, и через корпус насоса начинается движение воды с расходом более 2 литров в минуту. Важно понимать,
что сигналом для пуска насоса в автоматическом режиме является наличие движения воды через насос. Если в системе нет воды и она не перемещается через насос, насос останется выключенным. Этот же принцип позволяет также защитить насос от работы в сухую. Если при пользовании водой она неожиданно закончилась и перестанет подаваться на вход насоса, то есть движение воды через насос прекратится, насос отключится. Положение «выключен». В этом положении переключателя насос выключен. Вода может свободно двигаться через корпус насоса. Данный режим можно использовать, когда давление на входе в насос поднялось до приемлемой величины и применение повысительного насоса не требуется. Режим «постоянно включен» используется крайне редко и требует соблюдать особую осторожность и контроль за работой насоса. Итак, подведем итог. Повысительные насосы необходимы в системах холодного центрального водоснабжения с недостаточным рабочим давлением. Они имеют малый вес и габариты. А благодаря соосному расположению присоединительных патрубков идеально подходят для монтажа на прямом участке трубопровода. Повысительные насосы «Аквариум» укомплектованы датчиком потока, который обеспечивает автоматическое включение и выключение насоса, а также выполняет функцию защиты насоса от сухого хода. Повысительные насосы практически бесшумны в работе и предназначены для установки непосредственно в жилых помещениях. Это был обзор повысительных насосов «Аквариум». До новых встреч!